13 декабря в Кафедральном соборе Преображения Господня города Новосибирска владыка Иосиф Верт провел обряд торжественного открытия святых врат юбилейного года милосердия. Тем самым дал начало юбилейным торжествам Преображенской епархии. Церемония открытия святых врат началась в епархиальном центре имени епископа-исповедника Александра Хиры в часовне святого Иоанна Павла II. Возлюбленные во Христе братья и сестры, благословим и прославим Бога, прощающего наши беззакония, исцеляющего наши недуги, щедрого и милостивого ко всем своим чадам. Затем процессия приблизилась к центральным вратам Кафедрального собора, которые на этот год станут святыми. Ординарий епархии после троекратного удара епископского посоха и молитвы отворил врата. Да отворятся врата правды, войдем в них, прославим Господа. Войдем в храм через врата милосердия, да обретем милость и прощение. Прохождение через святые врата дарует благодать индульгенции при соблюдении необходимых условий. Это исповедь, исповедание веры, причастие, молитва о нуждах Святейшего Отца. Епископ Верт в своем обращении к собравшимся верующим процитировал слова Святейшего Отца из буллы «Мисерикордия Вультус». Иисус Христос, пишет Папа Франциск, это лик, лицо Отчего милосердия. Представляется, что в этом слове заключена вся тайна христианской веры. Папа Франциск неоднократно пояснял верующим, что пройти через святые врата сегодня означает облечься в милосердие доброго самарянина. Поэтому в этом году все мы призваны с особым усердием к делам милосердия. Мы сегодня пережили очень редкое событие. Я снова и снова вспоминаю, как в 2000 году, в год великого юбилея, мы открывали святые врата, и одна женщина, которая случайно была на этой церемонии, ей это так понравилось, и она спросила прихожанку, если на вечернем месте тоже это будет. Она первый раз была в нашем храме, и та женщина, та прихожанка очень правильно сказала, нет, сегодня вечером этого не будет. В следующий раз это будет через 1000 лет. Это был великий юбилей, 2000 год. В церкви бывают юбилеи каждые 25 лет. И бывают также чрезвычайные юбилеи. Нам просто повезло тех, которые были 15 лет назад на открытии святых врат. И сегодня нам просто повезло, что в течение 15 лет мы могли пережить дважды такое важное событие. Мы сейчас используем этот святой юбилейный год милосердия. Теперь мы мысленно обратимся к Пресвятой Деве Марии, Матери Милосердия, да прибудет на нас ее милосердный взор в течение этого святого года, чтобы мы вновь открыли для себя радость милости Божьей.